Республика осталась без солидного инвестора, который собирался строить в регионе тепличный комплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей. Речь идет о компании «Экокультура», чьи планы не очень устроили некоторых чиновников. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, имея в виду работников отдельных муниципалитетов республики. Руководитель региона подчеркнул, что некоторые муниципальные чиновники начали выставлять свои условия, прежде чем инвестор что-либо успел сделать. В результате компания изменила свои планы и будет реализовывать свой проект «Кабардино-Балкария».